спрашивал. Дорогие хабаровчане, участники первенства России по молодежи, зрители, судьи, разрешите вас поприветствовать от лица президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Геразиевича Мамиашвили. Под руководством тренера Фархатова Фаиза. Лучший спортивный результат спортсмена, победитель первенства России среди юношей до 16 лет и второе место на первенстве России среди юношей до 18 лет. Участник первенства мира. Судья международной категории Красноярский край. Там разбирайтесь сами дальше. Боковой арбитр Александр Лазонько. Судья международной категории Красноярский край.